Ну, неплохо. Тут это что, там еще две пати собирали? Да там душные какие-то, по анролу на инст, как бы, но... Надо еще ик потом попробовать свои 25-ку найти пати. Так, хилы тут есть, ДДшки есть, нормально. Так, а чё тут стоят уже? Можно трэш чуть-чуть почистить. Я ушел, гремил. Ну ладно. Да не смолится, что-то черт. А? Ребят, со мной, блядь. Вар, второе пати на стенокс отсутствует. То есть еще ФК встал. Хрон пал до ларани. А, все, уже здесь. ШП отсутствует. А, на стенок здесь, найс. Какой нахуй надо? Да не, не. Мне на локи хватило. Элемус, а что пойдет? Сейчас прошу и все за компом. Не, он в гостях, ладно, ищите. Слышь, может, Невро возьмем? Да он на варе. А, блядь. Мы на орде, да? Тогда нет. Тогда он не так. А ты почему на орде? А. Ну ты делай ренегатов. Ах, вы еще и за аликов играете, ах вы сволочь. Ауру конского ДПС уберите. Чё, танки дальше, идите, берите трэш. Разбирайте.
Косты сбивайте. Здрасте, он пишет. Будем переводчики. С арабского. А на Стинокс? На Стион? Да, он мне не понравился с тех пор, как он на ФК стоял. У кого? Возможно, ты спроси у него. Умные такие. Что-то полтора месяца или месяц около того. Ну, Гудлик до сих пор он не убил десятку так-то. Дети же в курсе. Всякое бывает, люди там на вахтах, в командировках. Не-не, он просто не ходил. Наши закрыли уже без меня. Нет, он сказал, что он альянс. Пойду кофе себе намучу, это буду. Не могу пригласить члена другой. Да что, бери, нормально. Опа. Давайте кто-нибудь шкаф поставьте. Пиздец, конечно. А рыбка есть? А, у меня есть. Девяносто голды, я ее вообще по 80 пинаю, лишь бы спихнуть. Кто на ком? Это я, да.
Туда, в угол. Угу. Так, а что-то где-то я один КХП посрал. А, вот, логуски есть. Ты нас то не выпил. Точно, точно. Варовского крика нет, он все нормально. Буду. У меня какого-то хуя залагивает все. Так, я вот здесь возле дыма поставлю, чтобы хилы меня доставали. Да пусть напало и хилит, кто мага держит. Эту ауру конского ДПС лучше, наверное, сосредоточиться поставить. Что по аурам? Давайте, ребят. Третий паладин, поставь ретро-аугу. Нафиг тебе конский ДПС. Не ретро-аугу, на огонь поставь лучше. Да, да, чё, кого мне держать? Угу. В смысле троих? Он сможет? Ладно. Да. Там странно работает. Там же подчинить собаку можно. Ну нормально, блядь, пацаны. Бля.
собаку заберите, лес, за контроль. Все, пиздец. ДК, Лёк. Да. Поднялся. Добивайте его быстрее, череп. 5000, ребят. Иди шамана забери. А у них уже нету. Буду, отводи дальше его. Можно, конечно, было по другой тактике, но да ладно. Так есть, так есть. А, короче, один танк держит короля, а два других по два челика держит миссию. Ну, я держал двоих. Да меня просто с пула шаман убил. Там не забрали его. Не, один раз только бэрнули, когда я держал, все. Перед лицом. А там танк. Помоги. Милики, перед лицом встаньте, еще раз говорю. А дизарм можно давать, когда он крутится. Там. Да. Евгеша убили, скорее всего, тогда, когда танки мертвые убежали, их БР. Он согнулся. Тычка. Ну. Я в поле, блин, мертвый из пула, что ты хочешь? Забери луну. А, все, не надо, нормально. Есть, да, Ретрик. А там хилить нечего, пусть в Ретрике. Ну да, там один танк вообще нужен. Ну, я в одного танчил, в 16 стаков спокойно держал. Да это не в этом смысле. На той неделе? Нет. Просто надо держать второго по агро РДДшника и все. Да. Это не работает. Да. Это так работает. Работает то же самое, как лоскутик. Да-да-да, работает. Просто в два танка спокойно держишь. Ну, вопрос. Починили его? Вот в этом вопрос. Если починили, то заебись. Да, в два танка. Ну, в общем, проходите, как вы привыкли проходить. В два танка он спокойно убивается. А мы с РДД пробовали, там не получается. Он был сломан, да. А он миликов, да, бил. А, то есть он искал первого милику по агро, да? Да, да. Бред. Нет, мы на той неделе нормально его убили. Ну ладно, ушел в два танка на всякий случай. А, мы тут...
там дизарм дадите? А, найс. Он 3 секунды примерно держится на нем. На следующем вихре я сокру, да, можете стоять. А мы тот раз, когда убивали грулы, специально на полы давали. То на танк основном, то на РДД. На лок одного. По КД. По команде. Может. Тоже пробовали на той неделе, ни хрена не работает. Он шотает. Сакру прожимаю. Нормально. Это РЛ проспрашивай, у Пала есть, ой, танка Пала есть, доспех. А какой? Мощный, мощный? 230-й. Пусть тогда он в ДД спекается. 2-4 есть, думаю, там могу, да. Не, я про топала спрашиваю, если у него ДД спек. Нет, там просто хпал пишет в чат. Вихрь. Может, ты пиздишься просто параллельно? Может, это защита? Бля, он накладывает на себя. Если ты про первого. Ну слушай, если кто-то из пати твоей в ПВП вошел, а ты, может быть, вампириком подхилил кого-то. Ну, хз. Молоток или печеньку все-таки? Ну ладно. Раз я в ретрике иду на грула, можно я и щит танковки паролю, если выпадет, и треньку? Хромпау. Да, там этот. Хребет. Хребет. Если вы его не анролите, конечно. Это ребафните каску и бафните. Сейчас, подожди, бегут. Да. Блин. Таунт просто надо держать при себе. Отверните его, пацан. На ком он? Хилит их маг. Сейчас я попозже хилку. Попал, может, вставать тебя, чё? Разбегись. Чё, баф на хп будет? Да.
Да я так держу. Зуман. Да там примерно 80% держать и все. Нормально. Больше все равно сложно набрать. Рейндж 11 наберите. Все в чат. А кто босс хватает с танков? Скажи про рейндж 11. Ну, типа... Окей, ладно. Милики вправо отойдите. Ну стойте под длинью. Милики перебежали. Друль куда-нибудь.
А меня откинуло туда. Под рулем. Я в броне. Мне некуда было бежать. Там с обеих сторон. Перебежали милики. Если заново будем босса бить, ну а миликом, значит, с которым все будут бегать. Сало просто. Нихера, 30 тысяч. Ну, какого хуя? А, блять, так вы парихаста ловите, когда он разворачивается. 28, ебать. Падайте. Так нахуя ты умер, ДК? Сбежались все. Рел, как ты умер вообще? Мне кажется, ты стоял под этим дождем, не? Так, нет. Буду. МДК, встань в лицо, пожалуйста. Ты пока стоял за спиной, и босс поворачивался, у каждого из миликов там минимум, блядь, по 5 парихастов. Учитывая то, что у нас 3 комбо-троги, еще вообще дохуя слишком. Чего у каждого милика? Парихаст ловит, блядь, босс. На русском можно это объяснить? Ну, когда ты мастерки не набрал хардкап, в лицо, если ты босса бьешь, он парирование делает и мгновенно вторую атаку дает в таргет свой. Короче, встой перед лицом. Угу, а только... Вместе со вторым танком. Как ты со мной связан вообще? Но он разворачивается по второму человеку, кто на, ну, на тебе второй агро. Он разворачивается в рейд лицом, и вы все парихасты ловите. И он обратно разворачивается, ебашит танка. В этот момент. У меня капает средство. Да давай в 2 ДЦ пойдем, что, блядь, здесь хилить нечего мне. Да нет, тут нечего хилить, правда. Плюс 2 ПС-ки там. Двое. Да. Ставлю джип в стороне. Я что-то найду. Упс. Все нормально. Справа джип стоит. А мы с двух разных сторон комнаты стоим. Все. Блять, я думаю,
Че у меня показывает 4К ДПС, я, оказывается, общий отчет смотрю вместе с танком. Ну вот сейчас 6200 было, это уже более на ретрика похоже. Я просто вместе с танком считал. Общий отчет за весь инст. Потом думать, откуда у меня всего 4. Вроде кнопки жму. 6400, значит, не знаю, у меня 6211 показывает. Ну ладно, не суть. Главное, что ДПС есть хоть. Шаман до сих пор не стал. Шам там, с правой стороны джип стоит. А это нормально, то мне лут с него не показывают, ни на один класс. Книжки. А там сложность, поставь 25-ку. А, ну, все, ладно. Давайте разбежались нормально все, РДД. Тут пустая платформа. Куда вы отбежали? Ну, браво, блядь. Возле... Там сзади просто типа огромная площадка свободная, они оба, блядь, в меня вбежали. Ля какие. Это имеется в виду, ребят, на фазе. Не сейчас, сейчас в спину бейте. Знаешь,
завала милики. Как ты там живешь? Сало как раз. Я готов. Сдал. Все, танка на фул держим. Милики, завал. Поднимайте. Давай вторые зубы этот ЭЦ Войда. Хорош вовремя. Разбежались на фул. Танк на фул. Бля, друид, тут куда ты, сука, бежишь постоянно, не понимаю. У меня кровь есть. Панцирь. Стронг. Зуба 20 секунд. Угу. Даю зубы. Баду, будь готов, все прожимки сдать и забрать босса. Угу. Сало. Прям писюлечка. О! Нормально. Все, найс. В смысле, есть маг? Бонс, ты тут? Вар, Бонс.
Ты можешь в следующий раз, братуха, не в середину бежать, а от рейда. Ну, спасибо. А что там выпало? Можешь шелкануть? Мак, скажи, пожалуйста, рейд куда собирался? Грул магик или только грул? Грул магик. Ну да, он пишет, типа, у него КД на магика. У мага этого, говорит, давай лут разрулим. Мак, стой, стой, Мак, поставь. Рейд, стойте, бля, вот он, Мак, стоит прям. Фурик побежал ему насрать. Три. У нас вроде один свободный. Минус... А, два. А, тогда все правильно. Ты же с магика уже анролить ничего не будешь, да, себе, кроме мешка? Может, убери анрол это. Какая тебе там нужна, ну-ка? У тебя плечи дропнули и пуха, не? Ты же анролить будешь. Лок в инсте уже? Значит, сумони. Все, погнали в инст. Бля, а где вход в подвал, я уже забыл.
Назойливые насекомые. Освободите меня, и я, быть может, дарую вам легкую смерть. Кстати, пока столько народ спросить хотел, у вас в каре мороз не чудил? У нас по КД отагривался, просто только заагришь, сразу же моментально отагривается, или через какое-то время. Это баг был, когда мы в первый раз пошли в Каражан, первый КД открылось, видимо, остался. У нас на той неделе, потом весь данж, короче, забагался, убили боссов, не могли пойти в это представление смотреть, просто не пускало. Кого там еще суммонить, плюсуйте, давайте. Я вход это потерял. Тыкните. Спасибо. Бить, я в ретрике буду? Хром, нет, хром пал. На боссе. Блин, я на кубе ни разу не стоял. Это мизи. Рога, подойди вот ко мне, я прыгаю сзади. Да, флажку. Сколько там кубов? 5? 4? Да. Рэл, если не сложно, можешь черепушку потом снять? Да. Тут чутка отвлекает. Да ну что ж поделать, сало и этот проклятие. Погодите, что-то все разные стороны рассосались. По левой, ребят, погнали. Вейп отряд? У нас недостаточно урона, чтобы такую тактику исполнять. Слишком сильно себя почувствовали. Ага. Мой
Ребят. Ну, я не знаю. На длани. Я тогда на хрон пали, когда трэш заливаем в танке, а потом, пока этот босс активируется, в ретрике переключаюсь. Ну, на может, касты собить, можем... может, големов не будет все-таки. Бомжей по очереди давайте, все. Пламя. Эл, а ты поставил луну на шамане? Да? Ну, ты просто как-то так не сказал, я подумал, это, ну ладно, кто-то другой, типа, окей. О, вышипал. Ты что тут потерял? Да не иди туда. Ну, можно так, да. Пламя. Да ёбаный... Как это так? Что за фигня? И века нет. А анрол у нас на кого? А что так больно? Они хилят, я смотрю там. Вышипал приоритет на меня. Я тебя отомщу потом в рейде. Что, нормально ротация, чарш покрутил, все. А, блять, вы там что-то им сало даете, блять. Что? А, вы диспелите, блять, ребят, понятно, я думаю. Не диспелите нихуя. Ну да. Он весь урон наносит. Вообще рогу в этого харта переделал сейчас. Блять, где хилы? Да, блядь, кто-то из вас там диспелит стоит, и мы умираем просто. Дест новеньким кидали? 25 тысяч. Да мне 96 тысяч. Ну, да. ДЦ, Кибоб, ты тут? Я в холике. А что ты диспелишь, холик? Я здесь ничего не диспелю. Че показывает, два рассеивания на тебе? Это когда? Ну это до того, как я добежал до этих конченых мобов. В смысле, я не делал. Холи Райс еще какой-то. Показывается, меня три раза продиспали. Я просто буквально вот до босса дошел, ну вернее до этих мобов. Там было 200к урона и 2 диспела от тебя именно. И почему-то да я сдох, интересно. Что-то проеб какой-то. Ну я целенаправленно никого вообще не диспелил сейчас. Я тут больше бегал. Я догадываюсь, кто может диспелить. Ему черканул. Он еще пойдет. А как так-то, блядь? Чем я нахуй диспелил? Ладно.
Так. Ну ладно, если так, то пардон, если нажал. Этот. Раут, что, здесь будем трэш собирать? Ну, в смысле, на входе? Так. Так вот так. Ох. Че, рыбу ставить? По-любому пойду. Звучит не очень. Главное, не забыть Фредерика переключиться. А мы кубы сразу отпускаем и держим каст. Тогда сразу, да? А по танкам кто у нас? На кого мне мой кровь переписывать? Зач, нас что, мобов собрать? А, это параллельно стенке в самом конце. Да. Пейте мою кровь и захлебнитесь ею. А в череп практически никто не бьет. Сейчас будет. Чудо, АУЕ залили бы уже лед. Нахуй бомжей этого сдавали. Че, бомжей никто не сдает? Тем нос? Каз. Надо было уели, блять, я не знаю, чем вы занимались все это время. Она уже подействовала.
Все, доливай сюда. Точечно, точечно уже. Три таргета. Сведите их. Прочитал? Хуй знает, ладно. Ну, давай я еще один дам. Все. Что дальше его иди. Ты его очень хуёво поставил, он в куб ногой уперся. На первых кубах. Может. А, ну, тогда похуй. Тогда может сейчас. Слишком в упор стоит. Вчера там рог 10. Все, отпускайте, да? Ребят. Даша тоже не очень. Ну, не, ну если стоим, то стойте. Хэпал там должен стоять. Слушай, Рэл, ты даешь стерию или у тебя нет? Мироду. Рога. А чё, где я? Ну, можешь ханту дать. Друид? Все, хорош. Да можешь не отпускать там трусы, кто держал. Сколько она дамажит, я не понимаю. Дай ханту тогда, Викани. Короче, кто в трусах стоит, держи тоже дольше. Она не слышит. И аккуратнее там в лужах не стойте, ребят. А там дебаф вешает и стакается. А кому дал-то? Так. А, да, все вижу. Не, я века не сделаю. На меня не передамажит, наверное. Это Мирот через 30 секунд. 10 секунд, каст. На кубы встали. Друид. Что-то все, да. Все, держим. Что-то как... А, ну да, он последний был. 10 секунд стерей, Мирот. Ну, вроде нормально. Не в Даларане, по-моему. А нет. А нет, здесь.
Не. Ну там можно просто минуту. Читаешь. 5 секунд, на кобы. Каст. Каст. Все, держим. Что я могу примерно макрос найти? По-моему, у меня где-то был. Ну, он чисто не, минутный таймер. Он ставит. Бам, подойдите, пожалуйста, все, просто стойте рядом. Хилы там тоже на всякий случай подойдите, кто на просто страху. К стенам отходите, а ну вот сюда. Все, все, к кубам подошли, стоите. Случайно не нажмите там, каст, нажали все. Друид, кто там у нас? Ох, блять. Хопал, будь там на подстраховке, пожалуйста, то что это там постоянно у друида задержка. Да нет, Хопал он стоит. Чилится, да. А, подожди, а так танка холик получается? О, чей ДЦшник хилит. Прикольно. Не-не, он холик. Ну да. Да, его ДЦ хилит. Ну, нормально, вроде хилит. Нет, не бывает. Может, может. Ему в дупло белочка залезла. Да, подошли к кубам. Каст. Нажали, нажали. Все, держим. Нормально. Главное в лужу там не залететь. О, левая рука. Говно выпало. Там вроде говно. Все. Нет, с головой там для кастеров вообще заебись колечко. 45. Для танка очень вкусное кольцо. Ну. Да, вкусное. 99 будет. Буду. А он не будет. Сколько? Ну да, неплохое такое. Оно еще и с сакетом. Ну. Все искал кольцо с сакетом. А можно мне на ретрика? Хотя нет, я же говорю только три круга. Ладно. По-честно. А как сдать все задания из Ренега? Никак. Ну, удачи тебе. Ну, если к задним приводам быть. Слушай, по-моему, там можно в седых. Ну, проверь, короче, я не уверен.
проверю. Давай мне, да. Не, я одену потом, как руку выби. Посмотри, вон друид Трестер просит себе эту левую руку, прист. А, ну да, дайте обменку Бобу. Кому нужно? Бомбику обмен. Это сотка будет, отвечаю. Эта сука тебе нужна? Рука, нет? Вот Варику Армсу топовая дробяшка. Да, Фартас. Опять потевшего не было. Фартас. Чисто на Фартасе. Спотевший холик, пошел нафиг. Не, ну Фартас потевшего не было же, нет? Не было его. А где этот Фартас? Ну да, кстати, Фартас нормально ДПСил, типа заслужил. Заслужил, да, реально. Выжимал как мог. Машина получилась. У меня оправдание, у меня класска кончилась. Чё, босс, он трансмог. А суки нормально будет рулиться или он анрол? Хэл, орел. А с шамана токен будет рулиться? Не говори слово наверное, говори да. Да. Вот. Ты с него и начинай. Я просто знаю, что у меня там сотка, а я хотел еще 99 кинуть на этот глаз Грула, блядь. Скуля же рестор, не? То куда пропить не ШП будет? Рестор забрал. А, или тут. Да это поезд на Мишку или на Мутика, Рога. И все. Поезд офигенный. Мутика, Рога, заметьте. Да ладно, я тут Мишку видел в дробяшке, вот, которую разруливали. О, бля, как я просто, блядь, предсказал, отвечаю. Так, гуляй, это, того, иди. Отвечай, блядь, зря вот ты не паролил. Слушай, я помню, кто джипса просил, я его поставил, давай сюда. Ну, как раз, смотри, это еще и четвертый кусок ГЦ. Бля, отвечаю, вот специально так и держал эту сотку. Ну, сэкономил. Да, забрал бы лучше себе. Сбери себе лучше на танк. Потом еще заунролишь штанишки. Вообще по кайфу. А 4. А по шмоту все уже? Не, грудаку в сет берут с этого, с кары. С погибели. Так, маг... А, тут магов нет или есть? Да, можно в бухте сдать задание. Ладно, всем спасибо, давайте, удачи. Всем спасибо. Спасибо всем, господа.